Привет, дорогие друзья! Наша печь Айкук, она, конечно, творит чудеса, не знаю какие. Но я хочу сегодня поэкспериментировать и приготовить, допустим, вот картошку с грибами непосредственно в чаше. И причем сама чаша, вот ее покрытие подразумевает то, что, в принципе, в ней можно готовить точно так же, как в сковородке. Поэтому я вот хочу попробовать без вот этой проставочки. Вот, сейчас нарежу картошку, грибы, добавлю туда специи и будем готовить. Поехали. Ну вот так вот нарубил, прямо в чашу, без этой вот решеточки, да. И сейчас поставлю печь на 25 минут на 200 градусов с периодическим перемешиванием через каждые 5 минут. Поехали. Ну вот так вот выглядит наше блюдо в процессе приготовления. Периодически я через каждые 5 минут перемешиваю. Вот. И хотел бы сказать то, что я забыл. Это вот грибы, которые здесь применились, это значит лисички, подберезки, подосиновки сбора прошлого года. Они были в замороженном состоянии в течение этого года. Ну и, конечно же, благодаря нашей, скажем, печке Айкук, мы можем также вести разморозку. До приготовления я эти грибы поместил сюда в чашу, поставил на программу разморозки, и в течение 15 минут они все оттаяли, и после этого я их начал применить сюда. Ну что, поехали дальше. Ну вот, на половину пути я так перемешал. И, конечно же, моя задача не то, что... Можно было бы, конечно, все это пожарить в сковородке, вот. Но я хочу делать это без масла, чтобы это было вот так вот, собственно, в соку там все такое. Вот. Поехали дальше. Ну, вот моя картошка почти созрела. Перед самым приготовлением добавил еще немножко, буквально чайную ложку соевого соуса. Вот. И продолжаем. Поехали. И вот у нас какая красота получилась. Сейчас будем перекладывать. Ну и вот так вот получилось. Вот такое классное блюдо. Да. Да. Картофель с грибами. Наша магриля. Айкук. Просто супер. Здоровья. Всем благ. Приятного аппетита.